Йоу, всем привет, с вами я, Супер. Сегодня будем играть в Hearthstone Heroes of the Warcraft. Как ни странно, я сделал 11 побед. Я обещаю, что скажу, я сделал 10 побед сухую, но потом два раза проиграл из-за моих неудач. И сделал еще одну победу. У меня осталась одна победа до 12 побед. Я надеюсь, это сделаю, потому что я в другой серии я не смог сделать 12 побед. Я сделал 11 побед. Да, как ни странно. Как-то странно прозвучало, да. Все, короче, игра. 220 золота, я открывал кучу раз паки, я вот надеялся, типа, мне выпадет сейчас король лич, я сниму видео, что вот у меня золотой король лич, да, но не выпал. Ничего страшного, сейчас посмотрим, что мне выпадет. Какой мне противник достанется? Эта колода сделана с Хадронокс, вроде так называется, легендарная карта, которая топчик, да, супер топчик. Которая, когда умирает предсмертный хрип, она призывает куча таунтов. Очень куча таунтов. Которая умерла во время матча. Вот. Сейчас. Джайна Прагмар. Вау, хорошая. Вот как раз Хадронокс. Вот, мастерица микстуры, это хорошо. Мне много раз попадал опытный охотник. Иногда не прокл, иногда суперский прокл. То есть, первая победа мне без шуток был с паладином. Я его просто убил, можно сказать, в конце 10-го раунда. Убил при помощи этого охотника. Сейчас поставим мастерицу микстур. Ого, еще, блин, мне как прет вообще, я очень рад. Потому что я на второй ход призову кабальтовый губитель. То есть, блин, супер топовая картишка, да? Супер топовая картишка. Ну, не знаю, надо подумать. Надо подумать. Может быть, тупо билка сыграть, разменяться. Может быть, его вызвать. Давайте, ладно, его призовем. В принципе, да, мне вроде хватает. Тем более, эта пятерка очень хорошая, да? На. И дает 3 урона. На следующий ход, конечно, мне ничего не призвать. Ничего, щенки. Даже зараженного таурена, потому что мне маны не хватает. Но есть обилка, в крайнем случае. Обилка есть. Троечки у меня есть, четверочки есть, в принципе. Можно заточить катку. Трейдится. Ну, конечно, да, хильнулся. Мог бы вообще не бить. Ну, в принципе, хорошо. Он пинкует, значит, ему нечего сыграть. Мне нечего разыграть. Да-да-да-да. Пятерку на тебе в лицо. Обилка тебе на... Считай, 6 урона на третий ход, в принципе, неплохо. Но плохо в том, что 3 урона просто в никуда. То есть, вообще. Никому не дать, но, надеюсь, на следующий ход заруженный таурен будет качком, да? Блин, только не говори... О, май гад! Я... О, кстати, хорошо. Хорошо, как прокнуло-то. Смотрите. Я по-любому затрейжу, потому что это не с ветром может разметь моего радужного трактира. Зато дает ему 3 урона. Он сейчас 5-3 вообще топчик. На следующий ход пойдет зараженный. Потом этот таун. Потом Хадронокс, который вообще пока контри не было. Но я надеюсь, немоту не сделают, потому что будет полный пиздец. Просто за 9 ман 3-7 это просто хуйня. Лучше поставить тогда Стража Бури. Ну, короче, посмотрим. Все ходы, в принципе, у меня есть. Он замораживает. Щит. Окей, ничего страшного. Ставим таунт. Ну, я не знаю, может быть. Есть какой-то смысл ставить адаптацию? И сыграть за счет монетки? Наверное, есть все-таки. Да, очень маленький, но все-таки есть. Вау. Вау. Ну, три катаки лучше выбрать, даже лучше, чем яд, потому что на шестой ход у мага, наверное, существо от силы будет не такое топовое. И тем более я на шестой ход сделаю просто билку с тауреном. То есть я все играю под ману, потому что если я поставил бы таурена, одну ману просто тоже никуда бы просрал. Я всегда люблю играть в свой плюс, да? Так, таурен, обилку. Я обилку всегда прожимаю, потому что обилка это топчик. То есть я мог бы друида ровика поставить на яд, но смысл, да? Я буду этим трейдиться, потому что этот радужный трактир мне дает плюс как к одному здоровью в конце хода. То есть вот такой Эль друид об свою голову, наверное, как за ВДВ говорит и ломает кружку, бутылку от Эля. Вот. Либо Эль, либо пиво. Я даже не знаю. Ну, древо войны можно, в принципе, поставить, но я хочу Стража Бури почему-то. Да, проклять Хадронокс, но еще хоть на одну ману минус я уйду. Но я хочу разыграть его. Потому что это все-таки не со ветра. Хотя... Надо подумать. Да, наверное его. Потому что, смотрите,
Я еще потом поставлю Древо войны, потом Друид, потом Крепкий мародер и дальше попрет. Хотя я мог бы на этот ход поставить Друида Ровика на провокацию, потом бафнуть эти провокации +2/+2, да? Пинканет куда, кстати, очень странно. А, даже не пинканет, да? Угу, очень интересно. Ну, можно сделать, я не спорю, сейчас прям эту комбу. Хотя это не супер выгодно, но вот просто вот как существа хорошие, это пойдет. 5, 2. Я сразу затрейдюсь. Я не люблю именно не трейдиться, потому что всякое бывает. Ментальные дислокаторы бывают у некоторых игроков. Тем более на 12-й победе вряд ли они смогут просто так подняться. С ментальными дислокаторами, например, разобрать мою мощную существо, и я тупо проиграл. Тем более вот у него есть хил, хоть очень не маленький, ну и небольшой. Сойдет, короче. Четверка разменяюсь, хотя я под консикой подставляюсь. Хотя он, видите, убивает мой слизь. Так что давайте затащим его и все. Все будет пучком. Провокации сразу. Обилка, трейд, лицо, лицо. Все нормально, красиво. И следующий ход хадрона. Да. Я хочу, чтобы он эти все мои существа убил, а я потом хадронок. А-да-да-да-да-да. Их всех обратно призываю и уничтожаю его. Хотя у него было одно превращение, может быть, у этого мага есть второе превращение, так что, да. Еще петроглифа может найти консекрет, да? Скорее всего, он нашел консекрет. Или нет? Нет, даже. Все тогда в лицо пойдет, я не вижу смысла трейда. Сейчас я не вижу смысла трейда, потому что у меня все есть, все пучком. Ставим. В лицо или трейд? Блин, надо подумать все же. Нет, нет. Все, я все обдумал. Консекрет, но лицо это лицо. И я обязан зарашить. Потому что один раз у меня было такое дело, что когда я затрейдил, я просто проиграл катку. Давай, маг, пожалуйста, дай мне победу. Я хочу 12 побед для своего YouTube-канала заснять. Даже пиробласт. Ой, спасибо тебе. Кстати, он просто сказал, чтобы посмотреть, какой таунт. Тут только один таунт. Да, вот один таунт. Победа. Ух, 12-я победа, последняя в аренке. Так. Да, я вижу, тут уже нам дали всего 200 золота вроде, или 300 золота. Очень мало, короче. Хотя, я думаю, много золота мне будет. Золотую карту, блин, она мне не нужна, вообще не нужна золотая карта. Я бы хотел бы вместо нее иметь, не знаю, 500 маны, что ли. Да? Так, легендарку давай, короля лича. Золотого короля лича легендарного, да? Смотрим. Да вы что, серьезно, блин? Рер. То есть, просто обычная редкая карта. Херня какая-то выпала. Ладно, смотри, я сейчас посмотрю карточку. Блин, это в приложении вообще. Ладно, с вами был Супер. Если понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Дальше будет круче. В Хэдстоун мы будем тащить, делать по 12 побед каждый раз. Всем удачи, всем пока-пока.